Движение на железнодорожных переездах в Сергиевом Посаде будет ограничено в связи с ремонтом дорог. В ночь с 18 на 19 и с 19 на 20 сентября с 22 часов до 8 утра будут ремонтировать переезд на Вифанской улице. 26 и 27 сентября с 8 утра до 10 вечера ограничат движение на переезде в Семхозе. Движение автомобилей на участках организуют по одной полосе.